Саша! 0-0-2. Рудник, Рудник, Даник! По настоящему захватывающее зрелище лыжная гонка привлекла немало любителей этого вида спорта. Воспитанники лыжных секций Щелковского района принимают в очередной раз участие в 15-й лыжной гонке на призы газеты «Время» Щелковского информагентства. Состязания проходят на стадионе имени Николая Озерова в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. У меня вам желаю хорошей лыжни, победы и обязательно быть здоровыми, умными, красивыми и радовать своих родителей и тренеров. Спасибо вам. Приготовили. Внимание. Марш! Естественно, стремятся победить все, начиная с тех, кто уже участвовал в этой гонке в прошлые годы, до ребят из младших классов. И юный возраст участников только способствует тому, что у них особенно разгорается азартное состязательное настроение. Победитель первого забега Вячеслав Ткаченко из третьего класса третьей Фрязинской школы откровенно радуется победе. Значит, будет медаль. Ну, я шел по меньшему радиусу. Я бегал, да, но у меня никогда не было медалей. Самому молодому участнику лыжной гонки 7 лет. Среди девочек лыжница в возрасте 8 лет. Есть здесь участники 2000 года рождения. Победители получат кубки и медали за первое, второе и третье места. Сегодня мы отмечаем своеобразный юбилей соревнований. Ну, это здорово. И вообще нам повезло в этом году с погодой, со снегом. У нас есть возможность покататься на лыжах и в парке Щелковском, и на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса на детском стадионе. И у нас есть трассы и в Щелково-7, и в Кожино. Одним словом, всех любителей лыж призываю встать на лыжи, пока позволяет погода. С каждым годом количество участников лыжной гонки на призы газеты «Время» Щелковского информагентства увеличивается. На этот раз в соревнованиях приняли участие более 100 человек. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».